сегодня задумался о том, что влюбленности, ну и через влюбленности реализуется желание. Пошел вечером гулять, так ощущаешь, что ты меня колбасит. В общем, подпускал по методу Сидона. А потом стал думать о том, что через влюбленности, да, через влюбленности реализуется желание. Влюбленность идет из подсознания, через влюбленность реализуется желание. Если любовь — это сознательное решение принимать, Петя влюблен в Машу, но ему надо принять сознательное решение, принять эту влюбленность или нет. Он может принять эту влюбленность, да, это будет означать, что он уже любит Машу, или отвергнуть эту влюбленность, запретить себе с ней общаться, и тогда это будет означать, что он подавил свою влюбленность, но он ее не любит. Он в нее влюблен, но не любит. А любовь — это сознательное решение принимать. Итак, а через влюбленности, оказывается, реализуется желание, которое у нас есть. И сейчас вот я разговаривал с Олегом, организатором моего семинара в Одессе. Он религиозный парень. Ну и он сказал там что-то о том, что вот, например, там желание есть, мы с ним говорили о создании денег. Я говорю: Олег, вот я там вспомнил о том, что ты мне говорил, что вот хорошо посчитать денег. И говорю, и о себе подумал, что для тебя и для меня деньги не являются значимым приоритетом. Реальный мир, он отражает то реальное желание, которое у нас есть. Да, так к чему я? К желаниям. Он говорит, он что-то сказал о том, что надо, желание есть, потом надо делать план и выполнять план. План реализации этого желания и выполнять этот план. А я со своей стороны говорю: нет, я все-таки полагаю, что надо изменить подсознание у себя и соответственно изменится мир. Тогда это будет не заставлять себя делать какой-то план абстрактный, а это просто будет жизнь. И я смотрю, что с годами мне все сложнее и сложнее заставлять себя что-либо делать там по плану. Какая интересная мысль. Да, так вот, я говорю, привожу ему пример. Смотри, Олег, желание можно реализовывать не так в лоб, что запланировал и берешь и делаешь. А как у меня получилось с переводом книжки «Послания»?